только пройдем, перевешиваем бомбу. Там глубоко, там приебись. Ты обязательно поймаешь. Вода упала, пипец. Там пройдем, раз вода упала. На! Блядь, дай доску. Подтягивай, подтягивай быстро время. Давай. Давай что-нибудь. На. Итак, ведем репортаж. Воду на воду, вот она, блин. С озера Тростникова. Саша. Ух ты, хороший! Килограмм на 15, на. Да не, все, она взяла там сходу ноль. Вот сюда подведи, я достану. О, видишь, как вертушка работает? А, моя ёпта! А, тихо стоять! Трофей! Тихо, не ори. Вот я тебе пожарю сегодня. Хуя там все пиздец вообще. А может быть... Слушай, у меня есть зевник, подожди, на. Ты сюда направь ее. Давай. А кусачек нету? А вот кусачек нету. Нож есть. Ну ты... Короче, зажрала она конкретно. Вот туда так. Опа. Ну, мелкая на жареху пойдет. Все. Приятно познакомиться. Ну чё, как дела-то? Выключи движок. Да? Что-то она так, да? Трын-трын-трын и бах. Я вот так не попробую, блядь. Давай. Блядь. Хотя она, ну, дай вытащу. Не, руками? Да. Вот. Иди, только не поднимай спиннинг. Я понял. Отпусти эту хуйню, блядь. Бодрый, да. Опа, есть еще одна моя родная. Та-тара-та-тара. У меня такая же есть. Пропала собака. Да еба ты на. По кличке Люси, ёпта. Ну такая, да, приятная. Котлетки, не котлетки, ну просто нажарю. Ну вот довольная моя рожа. Вот недовольная рожа моего оппонента. Я сказал, повешу такую же вертуху. Побольше даже. И буду ее это. Здесь рыбы нет, мужики! Снимай его. Ладно, продолжаем. Я расскажу вам, что как. Хорош ты! Да ничего, сейчас может еще щуку возьмет на ум. Вот он мой, блядь, родный. Давай. Так. Главное, чтоб не съебал, блядь. Опа. Блядь! Блядь, Саша, ты придурок, блядь, ей-богу нахуй, так не вытаскивают. Дай сюда. Че? Пусти его за вот, туда. Ой, я тебе покажу, как вот так. Вот он, блядь, отпускай его. Ты запутал его. Вот, вот так, берешь, контиги, раз, а. Ускоренный режим рыбалки.
Какая-то история тут у Константиновича началась, блядь. Опять, ёпта. Ну а что ты за рыбак-то сегодня такой, а? Если там было-то? Пиздец, ёпта, там, бля, просто ебенило нахуй. Ебени Петрович нам заходил в гости, но ушел. Пока грех сварим, пока придет грех. Расскажи свою стратегию. Повесил какую-то хуйню, говорит, ща пизда всему. Я тебя сейчас за борт выкину нахуй. Съебу, блядь. Ща, говорит, пизда всему. За 6-7 рублей, блядь. Это... Че ты, ёпта? Я, блядь, сука. Че ты поймал, Денис Константинович? Сейчас, как обычно, все сойдет, блядь. О, 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 щукарь, щукарь. Иди сюда, иди, иди. Это мелкий. Но мы его возьмем все равно. Суть не отпускает никого. А озеро не отпускает его. Давай с тобой. Там вообще вон он, на пяточке. Подведем итоги. Так, проебанных блесен сколько у нас? Не одна. А, одна, значит. А, пойманных рыб? Две. Значит, короче, на одну блесну два окуня. Ну и Александр, конечно, герой сегодняшней поездки. А, поймал 8 щукарей, 5 окуней. Не проебал ни одной блесны. Вот так вот, учитесь, ребята. Выдвигаемся домой. Газуй, командир! Командир что-то сказал, ну и он нахуй. А теперь ракета! Ракета!
какой-то мужчина нас встречает на берегу. Там рыбы нет. Садись. Садись, рыбачь. А? А нам до зоны подходит. Бензин, да только этой нету. А? Красоту снимает. Значит, вот такая вот история. Представьтесь, пожалуйста. Мы с Черемаховой, администратор Денис Владимирович. Да, приезжайте, да. Там поговорим. Телефоны, контакты и геолокация. Все на сайте ВКонтакте. По ссылочке в описании. Да. А мы сейчас пойдем за кофе. Привет. День добрый. Реально сгорело все. Кофе. Есть? Зачем вы меня снимаете? Вот такое вот есть увлекательное место. Называется мыс Черемуховый. Там баня. Ну или что-то там такое. Там номера. Лодочки. Рыбалочка отменная. Красота, в общем.